Да, потому что я в этот с 16 до 18 я сел на диеты и скинул где-то 30 килограммов. И в это, и в это время я мясо почти не ел, только этот рис, гречка без мяса. Да. Думаю, да. Нет. Месяц вообще точно не могу. Аллах, просто не могу. Если бы я жила где-нибудь в таких более условиях мягких, да, климата, наверное, я бы могла обойтись без мяса. А убивать их ненормально, просто надо их поместить в какой-то пункт, и пускай они там живут вместе все. Нет. Лучше бы создали, ну, в какое-то время сюда убили бы, и все тела бы вывезли бы. Лучше придержать. Я бы блин, не трудно тут это говно. Но такой данк отдох был он все, а мне был модер. Тут это говно. Это сложный вопрос, да? Потому что я не одобряю тоже вот этот процесс все равно отпускания на волю, да? Потому что животное попадает в тяжелые условия. И это негуманно. Но отстрел тоже, опять же, это не выход. Не знаю, мне здесь сложно сказать. Но, наверное, точно не отстрел, это 100%, а насчет вот отпускания на волю, ну, тут не сложно сказать тоже. Нет. Нет. Не особо. Нет. О, я не верю. Ох, нет, вообще нет. Стараюсь не быть суеверной. Да, я всегда, когда бываю в охоте, я всегда кормлю оладьи и, ну, все эти. Нет. Да. Угу. Ага. Да, еще когда езжу в другие улусы, всегда на границе оставляю оладушки там или если что-то с собой есть. Да, я верю в коронавирус, потому что мои близкие и родные болели этой страшной болезнью? Да. Нет. Не очень. Нет. Я знаю, что он есть. Я к вакцинации отношусь ответственно, потому что каждый гражданин должен пройти вакцинацию, чтобы одолеть эту страшную болезнь. Нейтрально. Пока не изучили досконально же. Если скажет то, что да, он лечит, тогда пойду завакцинируюсь. Я получила, но как прививка? Ну, обычно так нейтрально, легко. Нормально. Ну, наверное, надо, наверное, не надо. Наверное, посмотрим, что она скажет, что она себя покажет. Поначалу скептически, но когда вышли журналы, ой, статьи вот по спутнику в Nature, в Ланцете, я поняла, что это серьезное дело, и привилась, как только появилась возможность. Мастер и Маргарита. Информатика, 7 класс. Только? Титани. Вот как раз вчера закончила дочь часовых дел мастера, Кейт Мортон. Такой романтический детектив. Коучу из Инстаграма. Психотерапевту. А, не, ой. Мы не того на это чего-то. Ну, наверное, к онлайн-психотерапевту. Я алкоголь не употребляю. Последний раз пила в августе, в конце августа. Ну, в год 2-3 раза. Нет. Это особо то есть праздник. Ну, праздник, типа праздник. А сколько раз? Там пару. В год. Если посчитать, не знаю. Ну, около 10 раз, наверное. Около 10, 15, 20, 25. Нет, но, допустим, это тоже зависит от праздника. Мы не устраиваем праздники сами, а народ устраивает праздник. И, соответственно, давай комбейдер, доктор комбейдер. До беременности и родов? Ну, не знаю, где-то, наверное, раз в месяц.
Ну, сейчас возвращаюсь в график. Из Ленского района. Из города. Кобянь? Я Вилюйский. Глазкова Луса. Татинский. Черопчинский. Верхний Вилюйсь и Черопча. Черопча. Я думаю, Ю. Самый лучший девок, когда это не интригирует, говорит, Амма Улуга Дегана. Амма. Амма, нет, был бы Ю, Хана Абрамы Курамин. Улу стары критиляют, да, она Амма не интригирует, да, я кажу. Ну, я бы очень хотела бы, мне кажется, мне в Ангинском Улусе классно. Гарри Поттер. Гарри Поттер. Властелин Колес. Нет. Властелин Колес Ворова. Властелин Колец. Марвел. Марвел. Не. Еще не твой. А, Марвел бы? Марвел. Марвел. Подарок на Новый год не должен зависеть от стоимости. Главное, нужно это креативность, идеи. Там около 5000, около 1000. Ну, это уже по-разному от бюджета смотреть. Цена не имеет значения, а именно от сердца. Это самое главное. Не знаю, наверное, 10 рублей. В подарке это не... А, это цена, то есть, вера, надежда, любви, от, то есть, заботы. Братану Кира была. Это не имеет значения цена. Цена это не имеет значения, да? Коллегам, детям, там, 500 рублей, там, более, ну, родным, наверное, там, где-то примерно 1500-2000 начинает.